Всем привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим... Конечно же нет, мы не будем рассматривать Angry Birds, потому что это уже всеми присытились, и это полный шлак. Сегодня мы рассмотрим игру Hill Climbing. Это тоже шлак, это тоже старая игра, баянная, в которую все играли, но, тем не менее, я не нашел ни одного на нее достойного обзора, и поэтому приступим. Начнем с того, что у вас будет открыт только один транспорт, вот этот джип, но на нем как бы далеко не уедешь. Поэтому есть также другие машины, мотоцикл, монстр-трак, трактор, хиппи-ван. Это просто абсолютно просто бесполезная, бессмысленная машина. Единственное преимущество в том, что она разваливается, и в ней сидят два хиппи, которым также можно сломать шеи. Одноколесник — это выкидыш автостроения, тоже на который даже не может на гору заехать. Следующая машина после джипа, вы должны открыть квадбайк и на нем уже накопить деньжат и анлокнуть сразу же хувер. Потому что хувер — это единственная машина, на которой стоит ездить в этой игре. Насчет карт. Также карты открываются за деньги, предлагают задонатить, но это делать не нужно. И не нужно не только потому, что мы жадные. Не нужно делать это потому, что деньги в этой игре набираются достаточно быстро. То есть можно проехать 3 раза карту, и у вас уже будет те же самые 1,5 ляма. Насчет последней карты, не стоит ее открывать. Сейчас я покажу ее мельком, но это просто очень... Я когда открыл, я был разочарован, потому что единственная фишка этой карты в том, что она... В ней можно провалиться вниз, и ее сложнее проходить, как бы. То есть... По сравнению с другими, здесь проехать 400 метров, это надо быть уже героем, потому что прыгаем постоянно по... Ну вот, вот поэтому... И я проехал как-то почти что 950, то есть я считаю себя уже героем. Поэтому последнюю карту просто не открываем вообще. Это самая нормальная карта, чтобы получать деньги, это луна, потому что там можно флипать бесконечно, и бич. Хувер — это единственная машина, которую я советую купить, потому что это единственная нормальная машина, на которой можно далеко уехать и ехать, в принципе, без проблем вообще. Если вы в компании находитесь или с другом сидите, то, в принципе, хорошая игра. Можно играть и соревноваться по очереди до первого сломанного позвонка в шее. Кто дальше проедет? На какие-нибудь ставки, на деньги, поджопники? Я не знаю, но кто на что хочет играть? Я с помощью этой игры коротал досуг на даче. Мы с женой, когда поехали, то мы соревновались, кто дольше проедет по одной жизни. Но я как бы выигрывал каждый раз, но это было неинтересно, потому что обыграть жену — это все равно, что обыграть в футбол безногого сироту, например. И... Ну, не знаю, мало удовольствия. Это все равно, что... будучи старшеклассником, бить детсадовцев, то есть... Но если вы, конечно, с друзьями играете, то, я думаю, вам будет намного более интересно. Опять же, повторюсь, что если вы играете с друзьями, то играть на хувере смысла нету, потому что на хувере можно вообще уехать за 1 000 000 километров просто. И надо на таких более интересных машинках играть. Надо играть на квадрике, на мотоцикле, то есть... А не просто скользить вот так вот, как я. Скажу еще раз, что игра очень старая, и в нее все играли, и я не претендую на то, что это обзор игры, которую я нашел, то есть просто игра достойная, как бы я не хотел обходить ее стороной, потому что она мне понравилась. И понятное дело, что все уже про нее знают, но может быть кто-то и не знает, вот теперь вы тоже знаете. Игра представляет из себя простую платформерную гоночку, и я даже рад, что это случилось, потому что мне уже надоело, честно говоря. Я в нее играл достаточно много. Я рекомендую эту игру, почему? Потому что если вы сидите с другом или в компании, то можно, в принципе, поиграть, получить удовольствие, кто дальше проедет, например, на какой-нибудь нестандартной машине. Ну вот как-то так, на спор какой-нибудь. Самому играть, конечно, не очень.
Ну, ребят, спасибо за просмотр. Ссылка на игру будет в описании. Хотя ссылка не нужна, потому что эту игру вы на Play Store, она в топе. Так что вперед, скачиваем, гоняем, получаем удовольствие, соревнуемся с друзьями. Всем спасибо, до скорых встреч.